Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Имя капитана «Зенита» Артема Дзюба вновь мелькает в заголовках новостей. Однако в этот раз спортсмен привлек внимание не своим профессионализмом, а другими качествами. Телеграм-каналы опубликовали видео интимного характера, на котором российская звезда удовлетворяет себя и корчит гримасу. Известие об этом активно растиражировали российские СМИ. Более того, у случившегося уже есть определенные последствия. Так, например, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым отказался вызвать Артема Дзюбу на предстоящие сборы. По всей видимости, удар по репутации спортсмена оказался существенным. Теперь стало известно, что Дзюба, скорее всего, не удивлен тому, что деликатное видео с его участием просочилось в интернет. По информации телеграм-канала «База», телефон футболиста взломали еще 2 недели назад. Таким образом, можно предположить, что звезду подставили неизвестные хакеры, которые, впрочем, не предъявили потерпевшему никаких требований. На данный момент Дзюба не комментировал произошедшее. Он лишь оградил себя от издевательств, отключив комментарии в соцсетях. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!